Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Маховики – вкусные и универсальные грибы, из которых можно приготовить множество разных блюд. Можно использовать без предварительного отваривания для приготовления горячих блюд, для засолки, маринования, сушки, используется весь гриб, шляпка и ножка. Маховики 500 грамм, лук репчатый 1 штука, чеснок 2 зубчика, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу. Маховики перебрать, очистить от мусора и хорошо промыть, крупные грибы нарезать кубиками, мелкие оставить целыми, лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить, на сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы, жарить на среднем огне 15-20 минут, пока не выпарится жидкость, добавить чеснок, соль и перец, перемешать, жарить еще 5 минут, подавать жареные маховики со сметаной, зеленью или картофелем. Маховики 500 грамм, сметана 200 грамм, лук репчатый 1 штука, чеснок 2 зубчика, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, укроп по вкусу. Маховики перебрать, очистить от мусора и хорошо промыть, крупные грибы нарезать кубиками, мелкие оставить целыми, лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить, на сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы, жарить на среднем огне 15-20 минут, пока не выпарится жидкость, добавить сметану, чеснок, соль и перец, перемешать, тушить маховики в сметане 10-15 минут на медленном огне, подавать маховики в сметане с зеленью, например, с укропом. Маховики 1 кг, вода 1 литр, уксус 9% 100 мг, сахар 2 столовые ложки, соль 1 столовая ложка, лавровый лист 2 штуки, перец черный горошком 10 штук, гвоздика 2 штуки. Маховики перебрать, очистить от мусора и хорошо промыть, залить грибы водой, довести до кипения, снять пену, добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и гвоздику, варить маховики 15-20 минут, добавить уксус, перемешать, прокипятить 5 минут. Разложить маринованные маховики по стерилизованным банкам, залить маринадом, закатать банки крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Помимо этих рецептов, маховики можно использовать для приготовления супов, пирогов, жульенов и других блюд. Перед приготовлением маховики рекомендуется отварить в течение 15-20 минут. Маховики хорошо сочетаются с луком, чесноком, зеленью, сметаной, сливками. При мариновании маховиков можно добавить другие специи и пряности по своему вкусу.